Здравствуйте. Меня зовут Райгуль Садырбаева. Я представляю правозащитное движение «Елемай», Казахстан. Защита прав человека в Казахстане. Уважаемый модератор, вы проявили сейчас необъективную цензуру в отношении моей коллеги, правозащитника и бывшей политической заключенной Казахстана Нургуль Калуловой. Я напомню, что тема и описание сегодняшней сессии – это цифровые технологии, которые использовались в качестве инструмента для преследования правозащитников и подвергающих правозащитников незаконным арестам, преследованием в сети и за ее пределами, угрозами жизни и здоровью, преследованием членов их семей и в некоторых случаях насильственным исчезновением. К сожалению, у меня есть основания полагать, что в интересах властей Казахстана прервали ее выступление. Я прошу дипломатов стран ОБСЕ отметить этот недопустимый факт на сессии ОБСЕ. Мои рекомендации, ну что можно рекомендовать в условиях массовых политических репрессий? Добиться справедливости и верховенства закона можно только через применение глобального режима санкций в отношении ключевых виновников нарушения прав человека. Только это остановит произвол и беззаконие в Казахстане. Благодарю за внимание.